Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые, память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! С 14 по 15 сентября общественное российское движение «За жизнь» проводит очень креативный флешмоб. Там, где обувь с плакатами на митинг выходит. Ну, она самая. Эта акция называется «Они могли бы пойти в школу». Смысл акции в том, как будто бы дети, которые не смогли родиться из-за того, что их несостоявшиеся мамаши сделали аборт, вышли на улицу и заявляют, кем они могли бы быть, если бы родились. Ого! Как сложится жизнь человека и кем он станет заранее узнать? Увы, невозможно. Мы, как христиане, не верим в предопределенную судьбу. Однако можно прогнозировать, используя научные знания. Темой «Как сложится жизнь человека в будущем» давно уже занимается научная фантастика, которую мы очень любим. И мы приглашаем наших зрителей на наш научно-фантастический прямой эфир, который состоится в дни проведения акции про лайфера. Тема такова: кем бы могли стать неродившиеся младенцы, если бы их несостоявшиеся мамы не сделали аборт? Приветствуем любые самые фантастические варианты. Но обязательно свой вариант надо научно-популярно обосновать. Исходные данные таковы: женщина беременна и хочет сделать аборт по социальным или медицинским показаниям, но встречает кого-то, кто ее отговаривает сделать аборт, и она аборт не делает. Надо максимум в одном-двух предложениях в чате рассказать, кем мог бы стать, чего достичь и чем запомнится обществу этот спасенный от аборта человек и почему. То есть, если я мог бы стать ученым, то интересно, как ребенок торговки с рынка, залетевший от грузчика, получил высшее образование. Если я мог бы стать уголовником, то интересно, как с детства воцерковленный ребенок, верующий мамы, вдруг занялся криминалом, вопреки заповедям «не убей и не укради» в подростковом возрасте. Чем сложнее исходные данные, тем интереснее результат. Большая просьба – не ссориться, не спорить, не проповедовать и никому ничего не доказывать. Потому что все мы имеем право на свое мнение, и любой вариант судьбы ребенка возможен, но только некоторые варианты более вероятны, некоторые варианты менее вероятны, а вероятность некоторых хоть и стремится к нулю, но все же не нулевая. Ну и пару слов о себе. Мы независимые блогеры, самая неправильная православная семья. Хоть мы и проводим нашу акцию одновременно с пролайферами из движения «За жизнь», но мы полностью от них независимы. Мы не подчиняемся их координаторам и организаторам. То есть мы сами по себе, свои собственные. По вероисповеданию мы православные христиане. По отношению к детям мы child-free, выросшие из простых бездетных child-лесом по медпоказаниям. В общем, до встречи в прямом эфире, который, если не случится форс-мажор, состоится 14 и 15 сентября 2020 года вечером примерно с 20:00 и до поздней ночи. Будем общаться в прямом эфире до тех пор, пока не захотим спать. Если захотим есть, устроим мукбанг. Ждем всех 14 и 15 сентября 2020 года на нашем YouTube-канале «Платочек» с 20:00 и до поздней ночи.
До встречи в прямом эфире. До свидания. Спасибо за внимание. Все ждем на нашем YouTube-канале, на прямом эфире. Будет весело. Будет очень весело. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить наши интересные видео и стримы. До свидания. Спасибо за внимание.